Привет, друзья! Вы на канале Bob GTX, и я хочу вам показать сегодня, как можно обменять китсуны. Не знаю, хорошо я сделал или плохо, но вчера у меня появился лишний китсуны, и я решил себе какую-нибудь легендарочку, которую я давно хотел. Вот трейд, где мне обменяли китсуны. Я обменял ее тоже очень хорошо, я считаю. Пчелка, райд, пингвин, коала и яйцо. Как всегда, я вставляю это яйцо везде. И трейды получаются. Вот смотрите, я думал, она ставит неоновую пчелку Fly Right, но мне, наверное, повезло, или я не знаю. За ультраредких мне дали вот такую китсуны. Вот, согласились, и все. У меня уже стало две китсуны. Одну я купил вчера, сегодня одну я наменял. Ну и хотел показать вам, на что можно обменять ее и какие трейды вообще предлагают. Но перед этим челлендж. Вам нужно подписаться на канал и поставить лайк этому видео за 5 секунд, и вы скоро получите легендарного пэта, как я. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Кто успел, надеюсь, тебе повезет, и ты получишь легендарку уже очень-очень скоро. Итак, я выбежал на трейд, подписал ее трейд, одел наушнички, чтобы лучше она выглядела, и решил трейдиться. Вчера я пробовал на стриме показывать, что за нее предлагают. Ну, особо классного за нее ничего не предлагали. Так как у всех донатеров она уже есть, а у тех, у кого ее нет, и им нечего просто предложить за нее. Вот мне предлагают дракошу, шар и еще-то, ну еще что-то, не знаю. Ну, дракончики эти у меня были уже очень-очень много, их, значит, их трейдят часто. Вот черепашку я хотел тоже, но мне вчера вообще не везло. Черепах, кенгуру никто не хотел отдавать. Здесь отдавали, но думаю, теперь мне показалось, что этого мало. Одной черепашки на китсуны. Вот девочка трейдит. Я думал даже уже согласиться, а потом передумал. Думаю, еще посмотрю, что будут предлагать. Возможно, сегодня уже что-то интереснее. И тут мне сразу предложили яйцо. Очень даже неинтересно. Да, трейды бывают очень-очень прикольные, не знаю. Так. Опять черепашка. И думал, что неоновый райд панду, ой, коала оставят, и я заберу эту черепашку. Но ее не оставили. Оставили машину мороженщика. Легендарные, две легендарочки, то есть, в принципе, можно было соглашаться, но я еще должен был узнать, что еще могут дать. Как бы вы согласились или нет на черепаху, напишите мне в комментариях. Китсуны я выменял, напомню, на 3 ультраредких яйцо. А тут мне уже интересные предложения, это черепаха, я подумывал над этим, но отбился пока. Полетели дальше. Так. А, здесь мне предлагали бананомобиль. Просто бананомобиль. Конечно, это очень мало за такую красотку лесу. Конечно, человек там соглашается. Это понятно. Так, вот был еще один, я считаю, интересный трейд. Это не легендарка, но эта лошадка тоже покупается. Она и fly, и ride, и плюс самокат. Я такого самоката еще не видел, но трейд был неплохой. Потом я не согласился, и он мне еще парочку обезьян набросил. В принципе, кто хочет fly, ride, вот такую лошадку, можно поменять на китсуны легко. Она тоже платная, но плюс еще у нее есть Fly и Ride. В принципе, неплохой трейд, если у вас есть несколько китсуни. Ну, это такое. Набросали сюда, чтобы я еще с райда сделал неонового. За китсуни, я считаю, это мало. Минимум одна легендарка. Так.
так как Кицуни это у нас тоже легендарка, надо, чтобы был обмен равноценный. Еще много предлагали гриффинов за нее. Я сюда не все трейды закинул. Гриффин и дракон предлагаются очень часто за эту легендарочку. Вот еще такой просто трейд. Посмотреть, думал, возможно, что-нибудь еще, какую-то легендарочку добросит человек. Но он подумал, решил, что нет. И я решил быстренько проверить его, нужны ли ему яйца. Я люблю менять ультраредких на яйца, чтобы потом их менять дальше. Так, яйца ему были не нужны. Здесь тоже кто-то кинул трейд. Вот, смотрите, дракоша, неоновый райд песик и джинджер кэт. Это все у меня почти есть, кроме неонового песика, я уже его поменял. Тоже был точно такой же. Ну вот такой трейдик, в принципе, кому интересно было бы. Даже я проще поменял, чем здесь мне предлагали. Обычного дракончика предлагают часто. Так, это я уже решил предложить на ворона. Ну, конечно, никто не согласится, я думал. И еще у этого человека, как я вам говорил, по-любому есть таких людей уже этот кицуни. Опять дракончик. Ну, кому не хватает дракончика, а есть деньги на кицуни, вот вам. Меняйтесь легко. Так, следующий трейд. Уже не помню, что это было. Но ничего. Ничего, по-моему. А нет, здесь был мишка райд. Редкостный. Ну, я за таким не гоняюсь. Мне интереснее пока легендарки какие-то интересные. Потом ультраредкие, что-нибудь такое, что нету никого. Так, еще один трейд прилетел. Так, неоновая Flyride пчела. Такое тоже, кстати, бывало, что легендарки меняют на вот эти неоновые пчелы. Они очень красивые. Когда-то я, конечно, поменяю себе такую, но не на кицуни. Так, и вот мой последний трейд, где все-таки я решился поменяться на черепаху. Ну, думаю, надо еще что-то, так как мне предлагала та девочка перед этим черепаху и грузовик. Я решил добавить что-то еще, чтобы она добавила тоже. Конечно, я хотел что-нибудь ультраредкое. Мне грузовик не очень интересен. Но, думаю, кому-то он будет даже очень интересен, так как он легендарный. Хотя вчера мне в чате писали, что это уже не очень ценится этот грузовик, его пытаются все спихнуть куда-то. Наверное, я так думаю. Вот я еще красную панду положил. Наверное, у людей просто нет ультраредких. И, возможно, эта черепашка тоже одна или две. И она хочет просто ее затрейдить. Я тоже, можно сказать, хотел эту черепашку. Но никто ее раньше не отдавал. Первые два дня на черепашку кицуна не меняли. Сейчас вот мне такой шанс выпал, и я решился поменять. Вот так я поменял кицуны, которые поменял на ультраредкой, и взял себе еще одну классную легендарочку, Легу, черепашку. Их тоже очень неохотно меняет. Я думаю, что сделал правильный выбор, а если неправильный, то мне все равно, потому что я очень-очень хотел черепашку. Кицуны попробую еще наменять на ультраредкие, и если это получится, обязательно вам покажу. А на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой ТикТок, там у меня есть трейды. Смотрите. А на этом все. Пока-пока.